Прекрасно! Ставьте бомбу! Ставьте бомбу! Ставьте бомбу! И... Обезбашер минус! Дамы и господа, две легенды! Счет 9-9! Игра... Накалена до безумия! Накалена до безумия! Итак, скилл. Клатч 1 в 3. Если сейчас скилл сделает что-то невероятное, если скилл волшебник, и он узнает, где находятся его противники, и если он все-таки вытащит эту игру, безумная напряженка, дамы и господа, по скиллу уже дают инфу. Забирает Лондона! Опасно, опасно, опасно. Забирает Обезбашера! Господи, энкураж лухопешный! Это победный клатч! Он слышит его! Это победный клатч? Он идет ставить бомбу на Б. Что? Он не успел! Иногда бывает такое, что к Новому году ничего делать не хочется. Ни елку наряжать, ни салатики стругать. Хочется, чтобы все уже было подготовлено. Но такое бывает только в играх. Но в мире кораблей к праздникам уже все подготовлено. Во-первых, это по-новогоднему украшенный порт, в котором просто приятно находиться. Во-вторых, новые элементы зимней коллекции, включая уникальные награды, праздничные контейнеры и крутые постоянные камуфляжи. Но самое главное, это то, что в порту теперь работает верфь. Там можно построить тяжелый американский крейсер 10 уровня. Причем, проходя этапы строительства, вы будете получать дополнительные ресурсы и бонусы. А в конце в вашу коллекцию добавится и сам корабль в роскошном торжественном камуфляже. А впереди вас ожидает еще море интересных активностей. Поэтому спеши отметить новогодние праздники в мире кораблей по ссылке в описании. Там всех новичков ждет крейсер «Аврора», премиум на неделю, 500 дублонов и целый 1 миллион серебра. Смотрим, что же сейчас эти ребята нам покажут. Итак, ну что, 2, 1, погнали. Итак, первая карта «Сэндстоун». Врыв все-таки будет на план А. Прекрасно! Итак, мне интересно, вот у пискиперсов у них безумная тактика вот именно врыва на плент. Я это сейчас хочу увидеть и вам показать. Итак, все потихонечку врываются. Минус Обезбашен, минус Лофи. Залетают, забирают джентльмена. Что дальше? Минус Винди. Что делает Мэджик? Господи, дамы и господа. Еще один раунд за команду пискиперс. Бомба у нас на А. Дают минус по Прониксу, минус по Челленджеру тоже дали. Сейчас будет... Все, разминируют. Разминируют или нет? Минус по Джентльмену. Успеют или нет? Не успеют. Господи. Они раздефузили. Одна миллисекунда. Они это сделали. А Мэджик у нас лоу хпшный, напоминаем. А, также у Челленджера... Господи, минус... Что он творит прострелами, дамы и господа, Челленджер? Пытается, ну не получается. Господи, у него просто... У него из-под носа забрали килл. Минус 2 делает джентльмен. Прекрасно показывает себя. Безумная напряженка, дамы и господа. По скиллу уже дают инфу. Забирает Лондона! Забирает Обезбашера! Господи, энкураж лухопешный! Это победный клатч? Он идет ставить бомбу на Б. Даже не фейкует. Что? Он не успел! Он не успел! Боже мой! Счет 9-9. Скилл у нас... получается клатч 1 в 3, да, 1 в 3. Забирает одного, забирает второго. И у него не хватает... Секунды! Чтобы заплентить бомбу! Игра идет до двух побед. И если следующую карту забирают пискиперс, они забирают финал. По поводу того, что Лэнди это Лондон, меня безумно удивило. Лэнди это Лондон. Все звезды здесь происходит. Самое горячее событие 2019 года. 8 секунд и начинается вторая карта. Напоминаю, что первую карту Сэндстоун выиграли Peacekeepers со счетом 10-9.
подходит к пленту, скилл забирает энкуража. Минус Винди, бомба потеряна. Нет, бомбу, значит, подбирает скилл. И минус один, минус два! И не забирает минус три. Неплохо, 0-4. Дамы и господа, что с ПКС не так? Эй, ПКС! Сэндстоун был невероятный! ПКС! Что не так? А, обезбаш у нас проходит через ворота. Лондон. Ой-ой-ой, дэмэдж. Что? Минус Лондон, минус Проникс. По челленджу дождали. Минус. Ай-яй-яй, Лофи. Вот это было. Вот если бы ты не забрался одного рожка, я бы, конечно, бы удивился. А, Лофи забирает Янкора, и у нас сейчас клатч 1 в 2. И, конечно же, обезбаш разбирает, потому что, в принципе, здесь все понятно. Огромное преимущество у Сейнс. Сейнс показывает хорошую игру. Что вы делали, Сейнс, на Сэндстоуне? Ай-яй-яй-яй! И пытается забрать, у него перезарядка, что делает? Кидает слепу, пытается убежать, у него глок! Бубит глок, но его забирает Лофи. Итак, дамы и господа, счет 10-2, и эту карту, карту Раст, забирают Сейнсы. Итак, напоминаю, дамы и господа, вы смотрите Frozen Cup, меня зовут Веля, это финал Peacekeepers против Сейнс. Две самых топовых команды и не менее топовый бой они показывают. И счет 1-1. Все-таки карта провинция рассудит, кто победитель, кто проигравший. Кстати, челленджера забрали, Мэджика забрали. Бомбу успели поставить, и теперь сейчас будет битва за бомбу. Пытается прострелить Винди, никого, минус скилл дали. Опасненько. Ой-ой-ой, Блэк Рипер отлетает. Джентльмен. Диффузит. Раздиффузит! Он раздиффузит! У него получилось! И идет заход на плента. Идет за... Ай-яй-яй-яй! Энкураж, Лофи! Скилл забирает! Он остается один и забирает бомбу. Неплохо ворвались, пробили оборону. Все было максимально шикарно, максимально круто. Красавчики. Залетают на плента, прокидывают смоки, прокидывают... О, уже минус по Винди дали! Найс! Уже минус по Винди, смотрим за энкуражем. Минус Джентльмен, минус Лофи, минус Мэджик. Вот это пошли киллы. Скилл, челленджер, скилл. Скилла забирают. Челленджер остается один против четверых. Бомба стоит. Челленджер, у него очень мало шансов. 44 хп, 86 брони. У него очень мало шансов. Закидывает Грену. Блэк Рипер. Не мой энкураж подходит. С двух сторон жмут! Минус Блэк Рипер, минус скилл и минус энкураж! Джентльмен забирает. Шикарно. Если Винди сейчас даст минус два и... У меня просто лицо разорвется вот так. Это Винди. У него нет... у него нет бомбы. У него 3 хп. 79 брони, но 3 хп. И он забирает Блэк Рипера! А сейчас пойдет игра на реакцию. Сейчас пойдет игра на реакцию. Хаширама потихонечку подходит. Эх, Винди не видел! Дамы и господа, напряженочка. Берет бомбу. Да ладно! Что? О-о-о-о, как будто мне хэдшот дали. Дамы и господа. Эх. Челленджер минус. 2-2. Ай-яй-яй-яй, не дожал, скилл не дожал. Забирает. И последний. И последнего забирают. Господи, какие моменты. Какие моменты. Счет 8-9. И именно сейчас. Или этот раунд, либо следующий раунд будет финальным раундом в финале Frozen Cup. Пытаются чертем. Ой-ой-ой-ой, минус джентльмен! Бомба есть, но минус джентльмен. Минус Лофи. Минус Винди. Минус Мэджик. Минус скилл! Неужто это будет 9-9? Господи, я же не выдержу такого напряжения. Челленджер минус! Бомбу! Разминировали! Счет! 9-9! Ай-яй-яй-яй, челленджер, опасно! Что будет делать? Энкураж будет заходить, видит двоих! Пытается дать! Челленджер! Челленджер забирают! Бомба есть! Последний! Забирай! Двоих забрал! Мой голос сорван. Мои эмоции зашкаливают.
это безумие. Дамы и господа, Saints побеждает. Спасибо большое, спасибо, что смотрели финал Frozen Cup, а у микрофона Веля. Спасибо за просмотр, за лайки, за подписки. Люблю вас! А вы любите киберспорт и любите Stand Off 2. Всем удачи и всем пока, ребята!